Зубр FM1650 – фрезерная машина для обработки кромок, пазов и профилей. Инструмент поставляется в фирменной картонной коробке и комплектуется инструкцией по эксплуатации, горизонтальным упором, центрирующей ножкой, роликовым и стандартным копиром, пылеотводным кожухом, ключом для затягивания цанги, защитным экраном и двумя цангами на 6 и 8 мм. Фрезер «Зубр» выполнен в корпусе из прочного пластика красного и черного оттенков. Боковые рукоятки оснащены удобными прорезиненными вставками для прочного хвата. При этом все элементы управления находятся в свободном доступе. Кнопка пуска вынесена на основную рукоять, из которой выведен шнур питания. Рядом предусмотрен фиксатор случайного пуска, блокирующий кнопку включения. Переключатель скорости вращения шпинделя расположен на второй рукояти и удобно управляется большим пальцем правой руки. Напротив рукояти расположились винты для регулировки глубиномера, а сверху по центру корпуса предусмотрена крышка щеткодержателя. Слева от щеткодержателя расположен ограничитель, который состоит из штока регулировки глубины, винта, шкалы и указательного флажка. А на обратной стороне корпуса разместился рычаг фиксации глубины фрезерования. Кнопка фиксации шпинделя вынесена над цангой. Теперь посмотрим на станину. Здесь предусмотрены отверстия для установки направляющих стержней и бокового упора. Здесь же находятся винты для фиксации стержней. Что касается производительности, инструмент оснащен двигателем в 1650 Вт, а скорость вращения фрезы в пределе достигает 23 000 оборотов в минуту с максимальным рабочим ходом в 50 мм.